Всем привет! Добро пожаловать на уроки вежливости. Меня зовут Дима, и я докажу вам, что успех любого человека зависит от его манер. Каждый городской житель обязан хоть раз выбираться из каменных джунглей на природу. Однако, находясь на природе, не стоит забывать, что и там существуют правила поведения. Захватите с собой мешок для мусора, в который можно будет сложить пластиковую упаковку, жестяные банки, пакеты из-под сока с алюминиевой фольгой. В отличие от бумаги, эти продукты ни в коем случае нельзя закапывать или сжигать. Не врывайся в лес с криком. В этом доме много деток, птенчиков, зверушек. Не пугай их. Проявляйте уважение к местам обитания диких животных. Не трогай птичьи яйца в гнезде. Птица, учуяв посторонний запах, бросит гнездо. Не лови понравившуюся тебе бабочку или жука. Может быть, это последний экземпляр на земле. Не разоряй муравейник. Муравьи – это санитары леса, они приносят много пользы. Не разжигай костер вблизи дерева или куста и не оставляй костер непотушенным. Давайте все вокруг делать лучше, поэтому при возвращении с пикника унесите не только свой мусор, но и чужой. И помните, вежливость – это удел успешных и влиятельных людей. Меняйте мир, будьте вежливыми. До встречи на следующей неделе. Пока!